Всем привет, ребята, и с вами я, Скулик в Майнкрафте, и сегодня со мной Вера и Ваня. Привет. Да. Привет. И сегодня, в общем, уже дальше будем играть в Майнкрафт, этот. И все такое. Сейчас будем играть за Херабрина, только выживание. Это то же самое Майнкрафт. Начинаем, поехали. В общем, ночь надо немножечко полежать. О, как круто лежать. О, все. Мы что-то выросли, смотрите, мы реально как-то выросли. О, супер, супер, супер. Вера, а помнишь, в прошлой серии с тобой там жители о чем-то говорили, помнишь? Они там о чем-то говорили или, не знаю, они про нас говорили. Надо пойти к этому. Вот, девочка. Где? Где? Она уже подошла. Ты видел? Ну ладно. Так, надо пойти и подсказать этому жителю, чтобы они нас не убивали. Так, это ты был житель? Конечно нет. У меня есть друг, который он сказал. О, ну ладно. Сейчас пойдем его искать. Вера, а он же был коричневым, да? Да. И где он? Нет, он был розовым. Розовым? А вчера же мы с коричневым разговаривали. Мы вчера с коричневым разговаривали. Тут нету розового, ты шутишь. Тут нету розового. Где розовый? Его нету. Домика даже нету. Нету нигде. Ты обманываешь меня. Тут розового нету, тут только этот житель. Розовый ты где? Нет, тогда... Может быть, какой-нибудь коричневый, наверное... Это ты? Конечно, нет, у меня другой. Я вообще-то ничего не говорил. Я новенький. Новенький? Конечно. Ну и ладно. Да, это может ты? Нет. Вот он. Это ты? А зачем разговариваешь со мной? Стоп, я же Херабрин. А зачем ты со мной разговариваешь? Потому что я вас защищаю в этой деревне. И знаешь что? Это точно не я. Пока. До свидания. Чего-то все коричневые жители какие-то странные. Да, Вер? Да. Они сегодня какие-то странные, реально. Это коричневые. О, нет, меня нашли. Это ты? Ой, надо убегать. Я не буду тебя убивать. Все, в общем, зачем ты хочешь нас убить? Говори, а не мой. Ай. Короче, хотим тебя убить. Завтра будет зомби-апокалипсис. Тебя больно? А теперь точно взорву динамитом. Так, отстань от меня. Ой. Надо взорвать. Да, а ты говорила, нет. Давай. Нет, не надо, нет. Ну все, я пошутил. Где ты? Убежал? Вера, он убежал. Да. Ну еще умеет скучно. Зачем я его ничего не ударил? Это ты? Нет. Кто еще? Ты, вот этот огородник. Все, я тебя нашел. А ты зачем ты за мной ходишь? Ну ладно, завтра придет зомби-апокалипсис. Не трогай меня, пожалуйста. Если хочешь, я тебя взорву. Нет, пожалуйста, не надо. Ладно. Если... Ты дурак. Сам ты дурак. В общем, если ты не скажешь все тут, что тут происходит, я тебя убью. Если скажешь, я тебе из-за этого дам. Знаешь что? Что? Я тебе дам. Крутой меч! Ну ладно. В общем, говорю, что тут происходит? Все, я не буду тебя бить. Все жители хотят тебя убить. Зачем? Я Херабрин, потому что ты Херабрин. Фух, в общем, житель. Мы обычные игроки на выживание. Я Сакулик в Майнкрафте. А это Вера в Майнкрафте, а это Вань в Майнкрафте. И что ты нам когда сделаешь? Мы все равно бессмертные. Ну и что? Так что? Все равно мы победим завтра зомби-апокалипсис. Ладно, все, я и пошел меч крафтить для тебя. Пока.
Блин, ребята, этот житель какой-то странный сегодня. Он какой-то странный, он хочет меня насубить. Блин, я не хочу умирать, так что сейчас добудем себе немножечко дерева, чтобы скрасить. Сокулик, почему ты из домов берешь дерево? Ну, не понимаю, но я все равно из земель представляю. Житель, не расстраивайся, я починю твой дом. Нравится? Но лучше бы было, чем дерево, чем эта земля гигантская. Ну ладно, хочешь скрафтить доски? Не надо мне. Ладно. Блин, эти жители какие-то странные, я хера, блин. Блин, они думают реально, что я хера, блин. А может, пойдем наверх, на второй этаж и посмотрим? Вдруг кто-то опять разговаривает. Стоп, если тут кто-то... Жители! Внимание, внимание! Вы должны все уйти из деревни, а то будет сейчас зомби-апокалипсис! Открывай. Нет. Вообще-то, мы хотим тебя убить. У нас есть зомби-апокалипсис. Завтра будет твоя зомби-апокалипсис. Ну и ладно. Что мне делать? Ой, как страшно! Я боюсь! Где тот учитель, которому я с ним разговаривал? Не знаю. Так, где тот учитель? Это ты? Нет. Это ты? Нет. Это ты? Ой, мне опять надо найти. Они разговаривали! Вы разговаривали! Ну-ка! Ты дебил! Ты чего с ними разговариваешь? Все, на, бери твой меч! Ой, блин, ты чего с ним разговаривал? Ты дебил? Я никакой не дебил. Ты дебил! Сам ты дебил, я тебя мечом ударю! А ты говорил, больно. Ай, больно, мне очень, не ударяй меня! На! Завтра ты убьешься, потому что... На! Зомби-апокалипсис! Ну, меня рассмеши! Никакого зомби-апокалипсиса не будет! Ты меня обманываешь! Ты дебил! Я все равно бессмертный! Я их зарую с помощью динамита! Ну, ладно! И у меня есть такой вопрос! Что? Если ты поможешь всем нашим жителям... Что? Поторговаться, чтобы всем было нормально! Всем. Стоп, Торон. А как мне сделать магазин? Мы вообще-то будем продавать, а ты должен все сделать сколько? Например, 5 тростников ты должен нам принести или 15 говядины. Говядины? В Майнкрафте не бывает говядины. Ты о чем говоришь, житель? Я вам добро делаю. Вот помогаю. А вы мне со мной так поступать? Я херабрин. Ты тупой херабрин. Я тебя не люблю. Смотри. У меня какие глаза? Не белые. А зачем, когда называешь меня херабрином? Ты что, дебил? Я никакой не дебил. Ты дебил. Сам ты дебил. Ничего. Я тебя убил. И ты говорила. Блин, ребята, мне жалко. Житель. Надо поставить его игру. Ах, блин. Цветочек поставь. Прости, житель, я не хотел тебя убивать. Мне очень жаль. Как мне больно вообще. Правда смеешься? Что? А ты правда смеешься? Нет. Я просто плачу. Самый красивый цветочек. Да. Надо взять цветок. Он вообще-то тут же. Вон тут он. Да? Вот тут. Вот где кустик. Вот тут он мертв. Да нет, я же тут гроб делаю. Он же и раз. Я буду считать, что он тут мертв. Вот. Ребята. Житель умер. Житель. Я нечаянно. Вызываем полицию. Быстро вызываем полицию. Все, я тебя точно взорву. Ану, полиция, быстрее приходите. Да! Приходите быстрее. Блин. Жители, не убивайте меня, пожалуйста. Стоп. Есть один житель, розовый житель, он меня любит, да, Вер? Один розовый житель, он меня любит, вот это ты. Ты меня любишь, житель? Конечно. Житель, блин, мне очень жаль. А зачем ты? Это был мой брат, ты убил моего брата. Нет, ну прости меня, я не хотел, я нечаянно.
прощай меня, пожалуйста. Я нечаянно, я не хотел тебя и убивать. Ну ладно. Я сейчас пойду сделаю гроб. О, я видел, один житель Соби слышал. Вдруг он полицию сейчас вызовет. Это же... Ай, блин, я хера, блин, я не настоящий хера, блин. Кто? Кто тебе говорит? Сейчас я пойду за камнем, потому что мне очень мне очень стыдно за жителей, потому что, ну блин, какой драка с жителями. Ой, блин, теперь что мне делать вообще? Надо теперь гроб делать там, еще что-то. Блин, зачем он гроб? Я житель, ради жителя я все сделал. Ты сколько сейчас гробов сделал, но ничего не помогло. Все помогает, придется. Осталось только 1 минута за 10 секунд. Если эта 1 минута пройдет, уже нужно спать. Сейчас, будет завтра, меня убьют. Жители, не убивайте меня, пожалуйста, я прощаю, я не хотел убивать вашего брата. Блин, они не безумные. Ладно. Они теперь вызовут полицию, что мне делать? Что? Кто? Кто тут со мной? Давай ты поднимай руку. Это я. Твоя совесть. Моя совесть? Где ты? Я тебя не вижу. Ты что, прозрачный? Я тебя не вижу. Потому что... Стоп. Давай поговорим с тобой, совесть. Что ты убил жителя. Житель должен жить в доме. И он должен... торговаться только. Его нельзя ни трогать, ничего. Только его торговать. Ну, я и знаю, не что... убивать. Да, я понимаю. Ну, просто я... И не ловать, и не ломать его дома. Я не ломаю. Я не ломаю. Совесть. Совесть. Нет, совесть. Пока. Ладно. Что мне делать, ребята? Эти жители думают, что я настоящий хера, блин. Уже 1 минута прошла. Нет. Ни 1 минута не прошла. Это 1 секунд. Пока что много есть. Пока много есть. Осталось, если наступит утро, уже будет зомби-апокалипсис, если меня убьют. Ребята, поставьте лайки. Что? Я житель. Я где с тобой. О, это вы житель? Разговаривайте! Что, о чем вы сейчас разговариваете? А зомби окопались. Житель, вообще, я не настоящий херабрин. Я просто... Стой, я хочу тебе одно приложение. Что? Если ты наберешь 10 лайков, да, то тебе окопались, а завтра не будет. Ребята, посмотрите, быстрее, 10 лайков или вообще 100 лайков, потому что эти жители хотят меня убить, потому что я не настоящий храбрый, я просто игрок. Не забудьте подписаться на канал. И поставьте колокольчик. Блин, ребята, мне очень жалко жителей, простите. Все, вы поставили на счет 3, 1, 2, 3, все, я думаю, вы поставили. Кто поставил лайк, тот хороший друг. Стоп, а кто не поставил, не успел, поставьте четвертую секунду. Да. 4. Все, так, все, 5, 4, 3, 2, 1. Кто поставил? Кто поставил? Если кто-то не поставил, я его убью. О, я вижу одного человека, мальчика. Он не поставил лайк. Что? Осталось только 9 лайков. Надо еще 1. Стоп. Они же вроде бы должны 100 лайков положить. Ну да. Они только 9. Ну вообще дебил какой-то ты. Мальчик. Эй, поставь лайк, иначе я тебя взорву динамитом. Или завтра придет ночью херабрин. Херабрин, я вижу, я. Какая-то девочка мне поставила лайк. А ну ты, я тебя убью. Сейчас, поставь быстрее лайк, я тебя сорву динамита. Или ночью придет херабрин с акулей в Майнкрафте. Все, я думаю, все поставили лайк, потому что они меня надоели уже. Не ставят 10 ночи секунду лайк. Вот, я уже всю ночь уже бегаю по миру.
Да, Вера? Угу. Я всю ночь уже бегаю по миру, а никто не ставит лайк. Вера, ребята, если кто-то не ставит подожди, лайк. Подожди. Что? У нас же сегодня новый гость. Ваня. Ваня, да. Его надо поддержать лайком. Поставьте его один лайк, чтобы он был хорошим. Счастлив. Нашим ютубером. Счастлив. Да, счастлив. Конечно же, я ютубер. Да, все ютуберы. Некоторые ютуберы уже не помогают. А кто смотрел? Кто смотрел? Сейчас. Кто смотрел? Видео Херабрина? Нет, кто смотрел школу Херабрина? Да. Если кто-то смотрел, то ставьте лайк. Да, обязательно. Потому что все мы были. Все, напишем Это Е? Ладно. Е. Л. У. У. Ме. Р. Р. Все. Житель умер. Прости меня, житель. Кто смотрел школу Херабрина, я обязательно вам отдам много-много-много денег и золота. Ну, Херабрина, и поставим лайк. И 100 тысяч лайков. Да. Миллионов. Да, вы можете тысячи миллион, да. Как раз тысячи миллион. Или ага, все. Да, Ваня, идем сюда. В общем, я хочу немного полежать. Ой. Мне такой сон приснился, которому зомби-апокалипсис не убил. Я заспанился в тюрьме. Мне такой сон ужасный приснился. А тут житель один. Житель? А зомби-апокалипсис не будет? Я вроде бы зрители поставили вам лайки. Не будет моего зомби-апокалипсиса. Ура! А если... Стоп. Что? Если ты еще одного убьешь жителя или моего брата-жителя, то тебе будет конец. Хорошо, все, я не буду больше никого убивать. Все, житель, я прощаю тебя. Спасибо. Ура, наконец-то, меня никто не убьет. Меня никто не убьет, ребята. Ехара, спасибо, чтобы поставили лайк. А то жители думают, что я Херабрин. Но я не Херабрин, я Стив. Ну и ладно. Смотри, ну, житель на тебя смотрит. Ну нет, он просто смотрит. Он тоже, наверное, радуется. И так что поставьте лайки, подпишитесь на наш канал. И всем пока-пока!